Здравствуйте, ребят. В интернете показывают много интересного. Я вот там посмотрел и видел, как люди летают. И я решил полетать. Вот заказал себе квадрокоптер. Называется H8 Mini. Пришел у меня за 20 дней. Стоит он $12.21. Ну, сейчас там можно найти дешевле, дороже. Ну, это, как говорят, один из самых маленьких и один из самых недорогих квадрокоптеров. Но в то же время этот квадрокоптер, значит, отвечает неплохими своими, значит, возможностями и характеристиками. Ну, сейчас посмотрим, откроем, что же там. Беру я свои волшебные серебряные ножницы и начинаем открывать. Что же тут у нас внутри? А внутри у нас еще вот такая вот штука есть. Значит, в такой мягенькой, это коробочка в мягком находится. Продолжаем открывать. Значит, что я могу сказать, что кому будет интересно, значит, что это такое, значит, ссылочку я внизу оставлю на этот квадрокоптер. Вот он, видите, какой. Также не забывайте покупать товары через кэшбэк. Кэшбэк — это реальный возврат денег от суммы, потраченной на товар, при подтверждении получения товара. Так что на кэшбэк тоже ссылочка внизу. Подписывайтесь, оформляйте и покупайте через кэшбэк. Так, ну смотрим, что у нас здесь. Вот такой маленький. Значит, здесь написано, что он у нас H8 Mini. Ну, значит, здесь его данные. Я говорю, кому будут интересны его данные, я говорю, по ссылочке переходите, посмотрите. Я в них, в этих данных, особо не разбираюсь. Ну, не особо, вообще не разбираюсь, потому что первый раз такую вещь держу в руках. Вот, и хотел просто попробовать. Ну, а сейчас я вам просто покажу, что входит в комплект и как он себя, что он себя представляет. Значит, коробочка тоже на скотч тут заклеена. Вот так вот. Вот. Открываем. Открываем коробочку. Смотрим, что же там внутри. И вытягиваем вот так вот. Вот. Так. Что же тут? Ну, в комплект входит такая вот инструкция, как что тут, значит, ну. Вот, можно разобраться или не разобраться. Также входит сюда в комплект вот такой вот пакетик с отверточкой здесь. Значит, два запасных винта, 4 штучки. Вот, 1, 2, 3, 4 ножки. И переходник с USB на какой-то непонятный. Это подключать для зарядки аккумулятора, который находится на самом квадрокоптере. Ну, теперь посмотрим, что же оно себя, вот это вот послание нам состоит из чего. Состоит оно из вот такого махонького квадрокоптера. Вот видите, какой он маленький. На ладошечке вмещается. Вот. Там есть, значит, разные расцветки можно заказать. Идет он сразу с предохранительными дугами, полностью собранный в комплекте, кроме нету на нем, как видите, ножек, которые находятся вот здесь в отдельном пакетике, поролоновые сюда подклеивать. Значит, тут в комплекте еще вот что у нас тут. Все в комплекте. Уже в нем стоит аккумулятор. Вот он. Какой маленький. Ну, написано на 150 мАч. Я там слышал, что его вполне хватает. Вот, есть запасные винты, можно выписать, можно и аккумулятор выписать. Также идет с ним вот такой пультик управления. Пульт управления, значит, обычный, необычный. Я не знаю, как что, поэтому ничего не могу вам сказать, значит. Ага. Так, теперь надо открыть, посмотрим, что у него. Ну, а этих батареек питания нету на нем. Значит, что в нем? Отверточка вот такая еще в комплектике. Значит, посмотрим, чем же он запитывается здесь. Вот так вот.
как она тут открывается, вот так или так, даже не могу сказать. А, вот так, вот она, вот это открывается, вот так продавливается, открывается. Значит, питание, три элемента, три батарейки или три аккумулятора, эти пальчиковые или микро пальчиковые, мизинчиковые еще называют. В общем, 3А аккумуляторы. Так что вот такой вот. Вот он. Значит. Ну, сейчас я давайте взвешу и покажу, сколько же он. Сейчас я это соберу на место, чтобы не потерялось. И сейчас мы взвесим, сколько же он весит. Давайте включим наши весы. Установились на граммы. И посмотрим. Так, с батарейкой, ну без ножек. Так, 20 грамм весит. Квадрокоптер весит 20 грамм. Так, пульт. Пульт без батареек тоже. Нет, тут без батареек, значит. Пульт 60 грамм. Ну, и теперь так, ради интереса, давайте все, все, что есть в нем, мы взвесим. Так. Сейчас там умник искает. Ты еще коробочек положил, туда взвесил бы. Так, 88,4 грамма. Вот это все. Значит, ну, что я хочу, ребята, вам сказать. Как их, и что он, как он работает, я не знаю. Поэтому сейчас буду читать, смотреть интернет, как что. А уже завтра или послезавтра, как чуть-чуть научусь им начать управлять, покажу вам. Тогда уже будет еще одно видео. Ну а пока, значит, кому видео понравилось, мой квадрокоптер, значит, пишите комментарии, что там, почем. Значит, если кому интересно, напоминаю, ссылочка внизу в описании. Не забывайте за кэшбэк также, что возвращается там часть денег. Ну вот, и кто... Кто смотрел, благодарю за внимание. Палец вверх. И до свидания.